В дежурную часть Звенигородского отдела полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило заявление от местного жителя, который сообщил, что в одном из магазинов города неизвестный похитил из его сумки мобильный телефон. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении этого преступления установлен и задержан 50-летний местный житель. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.